Откройте проклятые системы безопасности! Приветствую вас на канале AsmoDeadPlay. Мы продолжаем играть в BioShock. Я весь в этой грязи. Отвратительно. Есть кто-нибудь? 105! Ады! Ага. Понятненько. Я хочу помочь. Кто здесь? Кто-то бродил. Витаю, так. Кто бродит? Ха-ха-ха-ха. Сатурницы! Беги! Беги! Куда бежать? Что бежать? Подождите. Я еще не насобирал, чтобы бежать. Куда бежать? Чего бежать? Вот так. Блин, как это запутанная история. Блин, как... Ой, кстати, как это... мультфильм. Мультфильм. Там что, красная шапочка? Запутанная история. Вот там, да. Кролик маньяк был. Так. О-о-о-о. Смотрите-ка на него. Гадость! Как же я помогу, если ты ко мне не идешь? Подожди. Надо было взять плазмид класса Б. Блин. Плазмид класса Б, плазмид. Сестра, помогите мне вот с этим. Так. Давай автозлом. Автозлом. Ну. Взял что-то. Что-то взял. Не хочется побыстрее вылечиться. Опа. Хорошо, что я не задел. Я даже не знаю теперь, как быть. Так, ладно. Давайте попробуем. Чувствую, сейчас напарюсь. Так. Я как-то могу выдернуть эту штуку? Ладно. Спокойно. Тут несколько входов, несколько выходов, я так понимаю. Где я? Ага. Один хрен туда, значит, надо. Путь один. Путь один. Много вопросов. Иногда приходится выдумывать им ответы.
вижу детей. Они рождаются покрытые смертью. Где ты, падла? Они идут! Где моя? Наш дом! Наш! Это плохо. Так, а мне сначала туда надо. Надо сначала сходить посмотреть, что там есть. Ох, еще. Значит, по-любому как-то убирается. Только как? Ну-ка, давайте сохраним, посмотрим, как эти штуки можно убрать. Телекинез поднимал, было выдергивать их. А нет, смотрите, молния тоже подошла. Молния тоже подошла. Оп. Куда? Нет. Нет, ладно. Да нет, и сюда нет. Идем сюда, идем туда. Вот пока, наверное, мы идем. Сначала обследуем здесь. Падла. Лунгий ехал вон там, и там же батисферная станция. Оттуда прибегал к Райну. Так, надеюсь, там разнесут вас. Слышали? Телефонный звонок. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой. У меня жизнь это. Так. Автовзломщик. Бронебойные патроны, взрывающаяся картечь. Пока не надо, я вообще как-нибудь другое. Я коплю на другое. На. Электрическая картечь. Простая картечь. Мне простая картечь сойдет. Прям слышу, кто-то ходит и мучит там. Стоять, стоять. Где? По мне. Скоро здесь снова рынок, и все будет хорошо. Разделите его, мистер Би! Ага. Сфоткали. Рози, прогресс исследования. Исследовательский бонус, урон увеличен, так Рози уязвим для бронированных патронов. А я тут включил. Деточка, ты где? Маленькая сестричка, прогресс исследования. Мать, так, исследуй, так, небольшое увеличение максимального здоровья и его. Убейте его! Убейте! Так, вот как мне... Так, плазменные ячейки, так, ячейка физического, ячейка инженерного тоника. А, вот они, ячейки-то. Так, Ева-канал, укротитель тревоги, уменьшает длительность сигнала тревоги камеры. Так, торговый эксперт, снижает цены в торговых автоматах. Накопитель Евы, человек-огонь, вы... Несете меньше урона от огня и сами наносите больше урона, используя огонь. Ну это, конечно, хорошо. Так, циклон, ловушка. Так, забрасывает мутантов в воздух и наносит им урон в падении. Электроразряд.
вызывающий более длительный шок. Как, конечно, все хорошо, но давайте на ячейке остановимся. Так. Ага. Больше мне не хватает. Мишень, создайте приманку, которая отвлечет вас внимание от атакующих. У вас есть. Так. А чего у меня нет? А, это просто написано. Человек-огонь. Так. Торговый эксперт. Так, направленный взлом. Скоростной взломщик. Эксперт безопасности. Так. Хранить в банке. Укротитель тревоги. Угу. Блин, даже не знаю. Ну, ладно, будем копить. О, да. Хорошо. Наконец-то я. Пора идти, мистер Би. Падай. Не подпускайте его ко мне. Не подпускайте его ко мне. Не спеши. Электрическая дробь. Медпункт. Где-то я его видел, только не помню где, конечно. А, закрыть. Давайте смотреть, что у меня есть. Так, револьверных патронов 8 штук. Так. Ну, картечь простая. Так. Ну, пока вот так вот будет. Ну все, еще одну девочку спасли. Вот такие мы молодцы. Чип-чип-чип и даю. Блин, это... Спасибо! Спасибо вам большое! Как цветочки мы растим! 200 адовых медвежонок, электрическая картечь. Одно из самых популярных предложений суперхакера медвежонок дает вам доступ повсюду, куда вы хотели бы попасть. Примите ее прямо сейчас и вперед на взлом. Медвежатник. И направленный взлом. Скоростной взломщик. Эксперт безопасности. Вот сюда. Время спать. Ух ты, ух ты. Ячейки физического тоника. Так. Вот плазмодная ячейка, конечно. Кидайте в противника любые. Да, мы знаем. Поймайте гранату на лету
и бросьте ее во врага. Это мы все знаем. Так, ячейка физического тоника. Так, ячейка боевого тоника. Боевые тоники помогают вам наносить и удерживать урон. Чем больше ячеек, тем больше тоников вы можете использовать. Давай. Так, ячейка инженерного тоника. Ячейка физического тоника. Ну и все. Ладно. Вот сейчас мы запоминаем и идем в срочном порядке устанавливать себе тоники в ячейке. Копил и наконец-то. Подожди, закрой. Чё? Нет, подожди. Закрой сейчас. Почему? Я вообще-то хочу взять вот этот выраненный, универсальный. Твою ж мать-то. Ну давай, взломаем. Посмотрим. Это сюда. Блин, надо еще одну такую. Все. Так, револьверные патроны, взрывающийся картечь, бронебойные патроны. Так. Ага. Бронебойные патроны. Так, резиновых шланга. Честно сказать, не понимаю, что сделал. Конвертировать предмет. Ладно. О, точно знаю, как можно делать. Вот он. И где ты? Я тебя взял, нет? Нифига я тебя не взял. Куда ты улетел? Патрон. Ну и хрен с тобой. Не очень-то и хотелось. Вот это, наверное, он и был. Мой папа умнее Эйнштейна. Сильнее, чем Юрбуль. Не всегда везет. Когда я жую Райну и всем. Спокойно. А, это из воды выходит. А, я сам в воду же попал. Подожди. Точно. Давай. Покажись. Где ты? Так, ты, значит, в воде обитаешь. Так мы с тобой разделались, чтобы за спину тебя не оставлять. Что-то мы с тебя взяли. Так, надо посмотреть здесь по низу, что у нас. О, нет. Вот так.
что я куда-то пришел. Эндрю Райан напоминает нам, мы все делаем свой выбор, но под конец выбор делает нас теми, кто мы есть. Так, ладно, смотрим, где это я оказался. Ну, тут небольшая комнатка. Так, ладно, просмотрим ее. Понятно. Не причинять вред. Ну ладно, еще вернешься. Давай, ты где? Артель! Блин, я не смотрел. Ну, сейчас приду. Я уверен, что будешь все там же вместе. Так. Обеспечено. Так, это что за нож? Так, а где второй снаряд вот такой? Все, взяли, так. Автовзломщик, бронированный, так, это мне не надо пока. Ай-яй-яй-яй-яй, как мне пройти в эту комнатку маленькую, где я только что был? Так, мне показано туда. Стреляет машина. Ё-моё. Открывайся. Так, что это, аптечка? Неплохо. Так. Помню. Голова кружится, подташнивает, а временами... Что на самом деле? Это передозировка. Давай. Тебе просто вот надо немного меньше их употреблять. И опомниться не успеешь, станешь как новенькая. Не забывай, кто помалу берет, тот счастливым живет. Зараза! Все. Где ты? С тебя все взяли? Все взяли. Так. Аптечка, револьверные патроны, пленка. Взлом. Давай, начнем. Вот сюда. Так. Правильность. Нет. Вот сюда.
прямых-то все меньше и меньше. Развернуть ее сюда, 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 еще одну прямую сюда, увеличить скорость. Все прекрасно. Так, напал, пленка, картечь. Так, ну вот это возьмем, немножко этого, одну вот эту картечь возьмем. Бронебойный револьверный еще разок, что ли, взять. Ну и закрыть. Так. Смотрим. Так, 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 так. Так. Прямые. Раз, два, три, четыре, пять. Так, и что мы тут? Так, бронебойные патроны. Ну и маску взломщик давай. Будем воевать. О. Так. Здесь у нас что? Вы получаете так здоровье. Так, это хорошо. Это вот физически. Так, здесь у меня. Ага, можно заменить одну так. Торговый эксперт. Снижает сложность при взломе турелей роботов и камер слежения. Уменьшает силу тока при взломе. Уменьшает сложность при взломе сейфов и кодовых замков. Перезагрузка меньше на 2 деления при взломе. Еще один фаворит в линейке. Блин, еще 2 открыть бы таких. Так, тут у меня все физическое. Есть кто-нибудь? Да и есть, гребаный доктор! Меня бей, падла. Ой-ой-ой, что я наделал? Так, здесь я все обыскал. Ага, все, да не все. Удобрение. Текс, 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 текс. Взламываем сейф. Начать. Блин. Так. Поворот. А где еще одну возьму? Вот так, наверное. Так. Все взяли. Тик, тик, тик. Картечь. Кто тут ржет? Кто тут ржет? Медпункт. Да, даже в плохое время должны быть какие-то правила. Ага. Здесь достойные люди, не такие, как ты. Где-то камера торчит там. Это вам не сброс с площади Аполлона. Это где-то у камера торчит. Живут. У меня уже галлюцинации. Нервы ни к черту. Флорида, сделай мне горячего пунша.
Вот она. Вау, ничего себе. Вот это картечь. Икс. Взяли. 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 Это где ты? Это вы называете вынеской? Я даже не знаю, где здесь. Ага, все понятно. Так, сюда. Дилетант! Проклятый дилетант! Ты дебил, что ли? Я счастлив. Я пришел сюда за богатством. Все понятно, понятно. Идите вы лесом. Надо его пустить туда. Чтоб он все собрал. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Пока.